Была позорная проигранная война, и премьер-министр, который был ответственен за это, он не дал, он не вышел со своего поста. И начиная с этого дня, народ все время требует его отставки. Не только народ, но и академия, и церковь, очень много разных организаций, почти все организации требовали его ухода. Вчера к этому добавилась также армия, генеральный штаб. И вооруженные силы потребовали отставки премьер-министра. Он не только не подчинился, он захотел просто выгнать всех со своих постов. Это вызвало то, что сейчас вы видите. То есть сейчас вопрос стоит в том, что почти не осталось никакого института, никакой организации, который не потребовал бы отставки Никола Пашиняна, но он цепляется за свое кресло. Сейчас народ пробует конституционным путем свергнуть власть.